Уральск в очередной раз принимает международный турнир по самбо. На соревнования съехали 150 борцов, в том числе из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В итоге наши спортсмены выступили неплохо. Золото в весе 52 и 100 килограммов у борцов из Уральска Армата Кабдулова и Тимирлана Кульбая. В весовой категории 62 и 90 килограммов сильнее всех оказались самбисты из Актобе. Это Чыныс Калабай и Еламан Куйшыбаев. Тулеген Нургалиев из Усть-Каменогорска выиграл в категории 74 килограмма. Победителем весовой категории 48 килограммов стал Ярасыл Бакыт. Такие турниры дают нашим молодым спортсменам стимул расти и развиваться. Постоянное стремление к лучшему заложено и в философии самбо. На этом турнире в 2000 году я впервые занял второе место. Это был мой первый успех в спорте.